Участникам областного этапа 17-го республиканского слета изобретателей и рационализаторов из учреждений профессионального образования Брещино необходимо было проявить себя и интересно презентовать свой творческий проект в одном из трех больших конкурсов – «Мир открытия», «Экономия энергетических ресурсов» и «Лучшее техническое средство обучения», которые включают в себя несколько номинаций. Задача не из простых, добавляла сложности конкурсантам и экспертное жюри, которое не стеснялось задавать много вопросов. В работе областного жюри, кроме членов Брестского центра инновационного и технического творчества, мы привлекли представителей крупных предприятий города Бреста. Эти главные инженера, мы видим, есть технологи, есть специалисты, которые видят потребность сегодня в каких-то таких производственных вещах, и они вплотную работают с нашими учреждениями профессионального образования, и они сегодня, наверное, нам помогут оценить новизну и актуальность того проекта, который хочет представить какое-то учебное заведение. Разглядеть потенциал в представленном творческом проекте, указать на ошибки и помочь доработать изобретение. Этих целей придерживались эксперты и следует подчеркнуть весьма успешно. В числе тех, кто не упускал возможности задать дополнительные вопросы, а иногда и вступить в жаркий спор с изобретателем, чтобы дойти до истины, Иван Головей, представитель коммунального унитарного предприятия «Брежжилстрой». Эти ребята, которые участвуют в этом мероприятии, это, во-первых, запомнит на всю жизнь, во-вторых, это говорит о их неравнодушие, они вот хотят что-то улучшить, технологический процесс, какую-то операцию, облегчить чей-то труд, это немаловажно, сэкономить деньги семейные, это очень важно. И какие-то новинки я здесь посмотрел, что-то мы, возможно, применим у себя, возможно, ребят, которые будут предлагать нам свои услуги, мы сможем принять. Это обоюдное такое движение и для ребят, и для предприятий, и в целом для всех. Результат кропотливой работы учащихся, преподавателей, мастеров производственного обучения из 15 среднеспециальных и профессионально-технических учебных заведений Бреста и Брестской области был представлен на областном конкурсе в виде 50 экспонатов технических разработок и изобретений. Среди них творческий проект 17-летнего Дениса Досника. Оно предназначено, чтобы, как бы, если болт, ну, мы не можем с болта открутить гайку, мы используем это изобретение. Оно разрубывает гайку и тем самым оно не дает резьбе повредиться. Пригодиться оно может где угодно, то есть дома, в быту, в автосервисах, там, в учреждениях каких-нибудь, потому что очень полезная вещь. Представленные работы – наглядный пример того, насколько разноплановыми могут быть изобретения, предлагаемые талантливой молодежью. По итогам областного слета авторы лучших проектов будут представлять область на республиканском этапе, который пройдет в столице 27-28 апреля.